почему резюме отклонили? Ты вынудила, да? Да. Но, сестра, ты знаешь, что злоупотребляешь полномочиями. Зачем ты это сделала? Эта тема закрыта. Хоть, папа, еще здесь. Ты бы не посмела так меня обидеть. Зачем обязательно идти в Денхуа? Я хочу доказать, что папа неплохой человек. Ты что, глупая? Как твое появление в компании это докажет? Сразу не получится. Но... Если я постепенно стану главным разработчиком, то докажу, что сама могу этого достичь. Разве папа основал Динхуа не по своим возможностям? Я хочу всем объяснить, что он не такой плохой человек. Даже если оступился, он неплохой. Здравствуйте, директор Мяу. Фэй-фэй. Я подумала, ты на меня разозлилась. Почему? Я тогда просто много выпила. Ладно, не будем об этом. У меня есть новое блюдо, попробуй. Не получится. Я уже договорилась о встрече тут. Хорошо, тогда подожди. Ты будешь пить? Я больше не пью. Ладно, что-нибудь придумаю. Пока посиди тут. Я сама спасибо. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, у вас бронь? Начальник Ма, сюда. В этот впервые? Да. Я позвала вас, чтобы вы помогли мне с личным делом. Вы чересчур вежливы. Просто дайте мне указания. Это закуски, главное блюдо подадут позже. Спасибо. Джулия, это Машан, директор управления персоналом. Это моя подруга Джулия, она владелец этого ресторана. Здравствуйте. Госпожа Чоу, приятно познакомиться. Ладно, хватит уже на него заглядываться. Тогда оставлю вас, наслаждайтесь едой. Такая уж она не может игнорировать красавчиков. Машан, дело обстоит так. Я хочу, чтобы вы помогли устроить Меолу в компанию. Вы передумали? Вы сами знаете, что в моей семье многое произошло за последнее время. Вы также видите, в какой ситуации я нахожусь на работе. Это, по правде говоря, главная причина, почему я не хочу принимать Меолу. Боюсь, ее начнут задирать. Директор Мяо, я человек чужой, поэтому не имею права судить. Но вы не думаете, что слишком? Оберегаете сестру. Да, это так. Поэтому, подумав еще, я решила уважать ее выбор. Понимаю. Да, против правил рассматривать человека чье резюме отклонили. Тогда сделаем так. Я попытаюсь обойти регулировки. Спасибо. Это наше последнее блюдо. Попробуйте. Спасибо. Не хочешь к нам присоединиться? Вы не против? Конечно нет. Мне Это только в радость. Садись. Как давно вы знакомы? Думаю, почти три года. Уже три года, даже это не помнишь. Госпожа Чоу, а как вы познакомились с директором Мяо? Ваши вопросы кажутся немного странными. Ну, мне просто любопытно. Вы же совсем разные. А зачем нам быть одинаковыми? Вам не нравлюсь и я? или директор Мяо? Нет, нет. Я хотел сказать, что у каждой из вас свои сильные стороны. <свеч> не хотите добавиться на Вичат? Когда у тебя будет бизнес-встреча, корпоратив или что-то вроде, то можешь прийти сюда поддержать заведение моей подруги. Хорошо. Вы не против? Нет. Фэй-фэй, Давай сходим в кино на выходные. Вот не могу пообещать. Это нужно уточнить. Ты слишком занятая. Позаботьтесь о моем бизнесе. Обязательно. Мы пошли. Хорошо. Провожать не буду. Пока. Пока. Вы домой? Я могу подвезти. Не нужно, я просто поймаю такси. Не стесняйтесь, поговорим по дороге. Пойдемте. Спасибо вам большое. Правда? Вы слишком вежливы. Это же моя работа. До завтра. До завтра. Пока. Отлично. Пап, я вернулся. Иди скорее сюда. Что тебя так увлекло? Ты такой кадр пропустил. Правда? Было потрясно. Вот, это он сделал. Ну как тебе? Сынок? Кто это тебя подвез? Директор Мяу. Ха. А я-то подумала, почему она выглядит знакома? Садись. А Вы с ней уже так сблизились? Это же здорово, да? Ты только начал работать в компании. Нужно поддерживать хорошие отношения со всеми начальниками. Да, знаю. Родной, я хочу тебе сказать, будь внимательней. Жених этой и не так давно умер. Зачем ей с тобой сближаться? Если это заметят коллеги, то не пойдут ли слухи? К тому же, сам знаешь, что там за дела у этой семейки. Боюсь, тебе могут использовать. Послушай, товарищ Хуюпин, если тебе так скучно, то надень повязку и иди патрулировать улицы. Я не с тобой разговариваю. Мам, я понял, что ты имела в виду. Но мы с ней просто обсудили рабочие проблемы. Честно. Эх ты, совсем не разбираешься. Президент Ме уже идет на дно. Зачем общаться с его дочерью? Неважно, с кем ты близок на работе. Но в личной жизни нужно проводить границы. Как можно так отчитывать сына? Ужас! Я его отчитываю, я же тоже работаю в коллективе. Что я в этой жизни не видела? Это ты только сам себе начальник, что лезешь-то? Так, мам. Я все понял. Ты полностью права. Я возьму это на заметку, хорошо? Так-то лучше. Послушай, мать Зюньхай, ты чем вообще целыми днями занимаешься? Даже тарелку за собой убрать не можешь. Обязательно оставлять это к моему возвращению. Гол! Wow. Эй, я вообще-то с тобой разговариваю. Твой отец неисправим. Анань, если ты занята, то не обязательно приходить домой есть. Ты выглядишь уставшей и изможденной. Мам, я правда не устала. Не волнуйся. Когда я с тобой, съедаю целые две миски риса. Посмотри, сколько в меня помещается. Знаю, ты переживаешь обо мне, но я уже оправилась. И дядя Ван всегда со мной. Просто занимайся работой. Мам, я правда не занята, поэтому совесть не замучает. И нельзя так навязываться дяде Вану. И правда. Напиши свой адрес. Зачем тебе мой адрес? Тетю выписали. Но я не смог ее навестить. Хотел бы отправить подарки для скорейшего выздоровления. Вот как? Не боишься, что кто-то узнает, что ты мне подарки отправляешь? Осторожно, это не должно всплыть. Уж с такой мелочью я справлюсь. Никто не узнает, что это от меня. Так тоже нельзя. Некрасиво получать незаслуженные подарки. Я не приму. Это же для твоей мамы, а не тебе. Почему решаешь за нее? Ей точно понравится. Какой приставучий. Кто это к тебе пристал? Особенный коллега. В смысле? Узнал, что ты в больнице, но не смог зайти навестить. Теперь настаивает купить подарки, а я говорю, что это не нужно. Он ответил, что я не должна принимать решение за тебя. Вот как глупо это звучит, да? Так переживает обо мне. Парень или девушка? Парень. Парень? Тот, который постоянно о тебе заботится? Все мы на работе друг о друге заботимся. Но ты сказала ему, что я болею. Да. Ты же обычно не любишь говорить о семье. Почему тогда ему рассказала? Мы спешили на работу, вот так и получилось. Я считаю, твой коллега прав. Ты не должна решать за меня. Я приму его подарок. Поблагодари его за меня и скажи, что мне очень приятно. Мама просит тебя поблагодарить. Передает, что ей очень приятно. Отправила. Yeah. <кхм> да, Думен. Я собрал информацию по делу десятилетней давности. Так быстро? А ты продуктивный. Конечно. Не могу опозорить наш городской отдел. Чем больше срок давности, тем меньше зацепок по делу. Нам предстоит внимательно прошерстить все. Спецгруппа тоже занята? Так что я могу использовать на это лишь свободное время. Спасибо. Не благодари. Я не ради тебя это делаю, а ради сестры Тин. Посмотри все скорее. Когда закончишь, обговорим спорные моменты. Хорошо, сейчас все сделаю. Входите. Здравствуйте, директор Мяо. Так много? Вовсе нет. Это меньше, чем 10% данных административного отдела за три года. Хорошо, спасибо. Я верну их, когда закончу читать. Директор Мяо, что вы проверяете? Небольшая аудит, ничего серьезного. Может, лучше передать это финансовому отделу? Вам же долго это проверять. Ничего, я справлюсь. Директор Мяо, если это все, я пойду. Хорошо, до встречи. уходите! Наконец-то решила меня проведать. Сестра, я пришла на собеседование. Присаживайся. Тебе звонил начальник Ма? С самого детства исполняется любое твое желание. Никому не говори, что сейчас с отцом. Поняла? Но они ведь скоро это узнают. Динхуа была им основана. И как его дочери, мы должны нести ответственность, стараться преуспеть ради него. Я должна еще кое-что тебе прояснить. Ты все это время провела на учебе с реальной жизнью незнакома. Когда я с отцом обсуждала дела компании, тебя это раздражало, и ты говорила, что мы беспокоимся попусту. Плохо обо всех думаем. Но раз теперь ты тут работаешь, Запомни, что все устроено не так просто, как ты думаешь. Я понимаю, сестра. Теперь надо съесть бургеры, а то же. Здравствуйте. Госпожа Чоу, здравствуйте. Решили так скоро меня поддержать? Само собой. Давайте представлю. Это наш инженер Чен Лей. Это Чоу Лянь, хозяйка заведения. Рад знакомству. Приятно познакомиться. Мне тоже. Что ж, возвращайтесь к своим делам, не волнуйтесь. Хорошо, садитесь, где хотите. Я буду это. Я плачу. Нет, это на мне. Две порции говяжьего стейка. И еще вот это. Все. Хорошо. Побыстрее, пожалуйста. Говори, зачем я тебе понадобился? Кажется, от тебя ничего не скроешь. И правда вызвал по делу. Технологический отдел набирает новых людей, да? Там есть особый человек. Кто? Младшая сестра директора Мяу, Мяо Лу. Также она выпустилась по специальности, связанной с материаловедением, поэтому подала на эту работу. Ее способности тоже хороши. Нам нужно ее нанять. Здорово. Не часто девушки идут на материаловедение. Все еще не врубаешься, почему я тебя позвал? К нам присоединится Лу. Что пан и Шань заставит остальных сделать? Боишься, что ее заклюют? Учитывая характер профессора Цоу, он и ухом не поведет. А Юй Жань тоже за директора пана. Поэтому я прошу твоей помощи. Вы что, встречаетесь? Встречаемся? Конечно, нет. Это так, к слову. Тогда почему ты тянешь меня на сторону директора Мяо? Я не хочу вмешиваться во внутреннюю борьбу. Я не это хотел сказать. Я просто чувствую, что сейчас семья Мяо проходит через большие сложности. И директору Мяо приходится не сладко. Мяо Лу новичок. Когда подвернется возможность, помоги ей и окажи внимание. Кстати, ты ее видел? Красавица. Прошу, наслаждайтесь. Это его первый раз здесь. Блюдо за наш счет. Ух, мне так неловко. Госпожа Чоу, вы так заботливы. Это мой долг. Мне нужно попросить начальника об услуге. Пожалуйста, говорите. Я поменяла меню и хотела бы его прорекламировать. У вас хорошо налажены каналы связи. Можете порекомендовать людей из этой области? Хорошо, без проблем. У меня есть друг, который работает на телестанции. Замолвлю за вас словечко. Это прекрасно. Если все сложится, с меня ужин. Не стоит необходимости. Проходи. Все ушли на регулярное совещание, познакомишься позже. Вот твое место. Спасибо, старший. Ты только пришла на работу. В целом понимаешь, чем мы сейчас занимаемся? Думаю, я знаю, что делать. Расскажи-ка. Скоро на рынок выйдет наш новый продукт, да? Мы отвечаем за проверку окончательного варианта, но для меня это несложно. Это несложно, но нужно быть внимательной. Эта работа требует большой дотошности. Э -э. Вот данные, которые ты будешь проверять. Хорошо. Все отвечают за разные сегменты данных. Также ты должна держать их в сохранности. Хорошо, я поняла. Старший, а почему компания нужна так много людей для учета данных? И не снижает ли продуктивность сегментирование? Это ради безопасности. Просто переживаю, если сегментов много, это мешает быстрой проверке. Нет. Не волнуйся, и просто хорошо делай свою работу. Потом я и другие инженеры проверяем сведенные данные. Пока тебе надо привыкнуть к обстановке. Я пойду на совещание. Хорошо, хорошо. Пока. Это самый важный проект Дингуа за весь год. Все знают, что ради успешного запуска мы вложились в персонал, материальные ресурсы и фонды. Можно сказать, направили всю энергию. Как только продукт пройдет листинг, он перевернет рынок медицинского инвентаря и принесет большую прибыль. Пока мы находимся в шаге от этого, в критической точке. Я прав, профессор Дзоу? Да. Также на разработку этого продукта ушло много времени. Компания находится под большим давлением, терпение акционеров на исходе. Поэтому мы должны удостовериться в надежности этого продукта, верно? Нужно предугадать все возможные проблемы, с которыми проект может столкнуться в процессе листинга. Например, какие нам предстоят риски, какие факторы могут влиять негативно, и как все это предотвратить, правильно? Нужно заранее составить планы на чрезвычайные ситуации. Президент Линь, я могу возглавить этот проект. Нам понадобится содействие отдела разработок. Профессор Цзоу? Я не против. Отлично. Тогда ответственно назначается директор Мяу. Перейдем к следующему вопросу. Профессор Цзоу, Поделитесь сами. Мой проект технологии синтеза сейчас на финальной стадии. Прежде, для конфиденциальности, все эксперименты и учет данных проводились лично мной. Теперь это невозможно, так как материалов слишком много. Для завершения работы мне нужен специальный помощник. Ему потребуется доступ к секретам производства, чтобы он быстрее смог принять участие в проекте и лучше справиться. У вас есть своя кандидатура? Я соглашусь с выбором компании. Если это будет профессионал с хорошим прошлым. Президент Пан, я считаю, что выбирать нужно из работников исследовательского центра. Согласен. Пусть за это отвечает начальник МА. Я согласен, пожалуйста. Хорошо, тогда начальник Ма, прошу, примите решение как можно скорее. Конечно. Тетя Ху, Давай помогу. Нет-нет, я донесу сама. Да, но ну, я тебе подсоблю. Спасибо, тетя. Где машина? Вон там. Хорошо. Тетя, вы снова патрулируете? Нет, просто вышло, чтобы ноги размять. Тетя, я хочу вас поблагодарить за то, что помогли отвезти маму в больницу. Это же мой долг. Кажется, судьба не просто продолжает нас сталкивать, да? Мама тоже просила передать слово благодарности. Не хотите прийти на ужин, когда будете свободны? С радостью. Тогда, Сигуань, давай так. Позови на ужин и своего парня. Я посмотрю, какой он человек. У меня нет парня. У тебя нет парня? Замечательно, просто чудесно. Не нужно меня угощать, это я приглашаю на ужин. Я вчера говорила о тебе с Машаном. Он очень хотел поболтать с тобой о прошлых деньках. Только вот занят по работе. Тетя, я понимаю. Но сегодня никак не могу. Мне еще нужно пойти навстречу. Давайте в другой раз. Я обязательно позвоню и все решим. Хорошо, тогда я не буду больше задерживать. Тетя, я пойду. Хорошо. До свидания. Да, да. Вы тоже идите? Хорошо, счастливого пути. Да. Пока. Пока-пока. Осторожнее за рулем. Простите, что опоздала. Это впервые. Ты задержалась. Я с тобой еще поговорю позже. Давайте по делу. Маша, что там у тебя? У меня прогресса нет. Но есть проблема. Мяуфей может сомневаться в моей личности. Почему она тебя подозревает? В последнее время за разговором она всегда специально или нет меня проверяет. А самое главное, она сама представила меня Чоу-Лянь. Думаю, Меофей стала тебя подозревать. Потому что я ошиблась во время работы. Я встретилась с ней для опроса. Просила сказать, есть ли в компании кто-то подозрительный. Она сказала про тебя. Тогда я не подумала и... Сестра Тин. Это была моя ошибка. Я чуть не проговорился. Сказал ей тебя не подозревать. Хотя я сказал, что мы тебя уже проверили. Мяуфа Фэй внимательный наблюдатель. Она могла о чем-то догадаться. Машан, это сильно тебе мешает? Если да, то я сообщу все начальнику Суну. Тут определенно есть загвоздка. В будущем буду осторожен в разговоре с ней. Давайте обсудим Чоу Лянь. Почему отношение к ней Мяо Фэй так кардинально поменялось? Мяо Фэй совсем недавно потеряла жениха. Отца арестовали. Количество людей, которым можно довериться, резко сократилось. Только подруга у нее и осталась. Хочешь сказать, она не сдастся насчет Чоулянь? Возможно и так. Если против Чоулянь есть веские доказательства, Мяу Фэй была бы решительней. Но так как сейчас мы считаем Чоулянь одной из тех, кто ее использовал и предал, она переносит вину на себя, поэтому защищает не Чоулянь, а саму себя. В этом есть смысл. Разум говорит ей, что с Чоулянь что-то не так, но сердце боится это признать. Эти две чаши весов колеблются в разные стороны, поэтому она решила вовсе закрыть глаза. И неважно, считает она меня офицером нацбезопасности или нет. Ей нужно посмотреть, как со мной поведет себя Чоу Лянь, чтобы успокоиться. Но моя оценка ситуации слишком опирается на психологические факторы. Поэтому я не до конца уверена. Думаю, тебе стоит успокоить, Думена. Это не такая большая ошибка. Я справлюсь. Я его хорошо знаю. Успокаивать бесполезно. Пусть сам с собой разберется. Хорошо. Ты же хотела мне что-то сказать. По дороге сюда я встретила тетю Ху. Тетю Ху? Мою маму? Что она тебе снова сказала? я... Когда мы встретились, я просто сказала, «Спасибо вам, тетя, приглашаю на ужин». А твоя мама ответила, «Хорошо, позови своего парня». И я не подумав, ответила, «Тетя, у меня нет парня». Я же хотел, чтобы она от тебя отстала. Вот и придумал парня. Да, да, я... Я только все сказав, поняла, что это ты хотел помочь. Прости, я облажалась. Вообще это не важно. Даже увидев тебя с парнем, она все равно заставила бы меня за тобой бегать. Как приятно пахнет. Сколько вложено заботы. Надо спросить, кто это прислал. Тетя, вы здесь. Почему ты пришел? Приехал помочь взять для Анси надежду. Она не может. Она все время так занята. Иди присядь, Домен, а я пока соберу ей вещи. Спасибо. Тетя, этот бренд чая Анчан довольно хорош. Быстро поможет восстановить здоровый сон. И насколько я помню, он даже вкусный. Мальчишка, так много про это знаешь. Кто-то мне прислал, только боюсь, потом нигде не достану, когда все выпью. Ты не знаешь, где можно купить. Ой, боюсь, что нет. Давайте я поищу и потом вам скажу. Мне нужно. Я посмотрю сама. Тогда я пойду, тетя. Домен, давай я тебя провожу. Не утруждайтесь, тетя. Да ладно, поговорим по пути с тобой. Домен, у вас появились новые сослуживцы? Нет. Вот как. Почему интересуетесь, тетя? Да так, просто Андзин сказала, что кто-то из коллег хорошо о ней заботится. Вот я и спросила. Думаю, что тебя надо благодарить. Тетя, сестра Син очень популярна. Она всем нравится. О ней заботятся все. Дорогой, ты всегда стараешься меня порадовать. Ладно, тогда я спрошу еще. Ты должен ответить честно. Спрашивайте. На работе вы очень заняты и постоянно устаете. На себя времени не остается. Не думал сменить место работы. Нет. Раз изначально я сделал этот выбор, то буду до конца. Ой, хватит. Если честно, думаю, эта занятость имеет место быть. Она дарит счастье. Разве вы не над тяжелым делом сейчас работаете? Насчет этого. Но я не могу спрашивать. Просто скажи, одно опасно или нет. Совсем не опасно. Скажи точнее. Тетя. Конечно, в нашем деле нельзя полностью избежать рисков, но не переживайте, пока я рядом с сестрой Цин ничего не случится. Это хорошо, но я хочу спросить еще кое-что важное. Говорите, тетя. Хотя день полна стремления работать, она все же девушка и не молодеющая. Прошло много лет, а у нее все еще нет отношений и я привязала ее к себе. Просто иногда жизнь идет совсем не по плану. Я хочу, чтобы у нее был хотя бы тот, кто сможет защитить ее. Ее работа провоцирует многих людей. Я не могу спокойно спать, постоянно беспокоясь. Не переживайте, тетя. У нее есть я. Ты? Если бы ты мог оберегать ее 24 часа в сутки. Тетя, вы что? Неужели хотите доверить ее? А зачем же еще мне тут с тобой распинаться? Нет. Просто это так неожиданно. Аньзин сказала, что больше всего ценит и признает именно тебя. <свы> Тетя, вы. Вы могли неправильно понять. Думаю, она говорила о работе. Конечно. Слушай, с этим делом ты обязан мне помочь. Убеди ее перейти в чисто следственный отдел. Тетя, но она начальник, а я лишь лидер группы. Не вправе что-то говорить. В итоге, думаю, она просто... Я сейчас не шучу. Вспомни, как она тебе помогает. Будто семья или работа, она старается что-то для тебя сделать. Моя семья? В общем, если она тебе друг, то сделай так, как я тебя прошу. Я не могу допустить, чтобы ей сделали больно. День за днем время бежит быстрее. За секунду она достигнет моего возраста. И что тогда делать? Как ей жить? кого-то выбрал? Профессор Цоу, у меня уже есть мнение насчет того, кого сделать вашим помощником. Но мы не можем быть легкомысленны. Ситуация серьезна. Самая главная безопасность. Лично я предлагаю выбрать хорошего техника из государственного учреждения. Так будет лучше. Я не против, если у человека есть навыки. Главное, принять решение скорей. Как можно скорей. Я понимаю. Представлю кандидата через два дня. Профессор Цоу, если это все, я пойду. Машан, как обстоит дело с вопросом поиска помощника профессору Цоу? Я уже обсудил это с профессором. Я все еще настаиваю на выборе человека из государственного центра. Он будет соответствовать и мерам безопасности, и требованиям. Машан, думаю, это опрометчивое решение. Разве не стоит сначала такое обсудить со мной, президентом Линь, прежде чем исполнять? Президент Пан, это лишь первый вывод. У меня не было времени отчитаться перед главами компании. На нас времени не было. А на встречу с профессором Зоу было. Такие действия... Ладно, это не так важно. Касаемо безопасности. Как ты можешь гарантировать, что человек со стороны надежнее людей компании, которых мы знаем? Эти молодые люди годами работали на профессора Дзоу. Или это тоже входит в риск по безопасности? Если честно, я также волнуюсь, что если они начнут соревноваться между собой? <звы> это ты Хорошо, продумал. Но я скажу тебе то, что тебе не понравится. У тебя недостаточно опыта. Совершенно не важно, кто будет победителем в этой внутренней борьбе. Это все равно покажет, как усердно работают наши люди. И насколько они открыты к саморазвитию, верно? Подумай, хотел бы ты вместо таких людей взять кого-то другого. Взгляни на это с другой точки зрения. Будь ты один из них, не убило бы это мотивацию. К тому же, как ты убедишься в надежности человека со стороны, а? Если ты видишь людей насквозь, то можешь хоть сейчас сесть наше кресло. Сделаем так. Машан. Для роста компании необходима конкурентоспособность. Поэтому сейчас я согласна с президентом Паном. Хорошо, что ты с ними столкнулся. Президент Пан передал, что президент Линь принял решение. На эту должность будет внутренний конкурс. Послушай, судя по твоему лицу, ты настроен победить. Еще бы. Сам подумай. По способностям. Я такой же, как и остальные работники отдела разработок, верно? Но по связям я отлично ложу с тобой, брат Ян, а ты доверенное лицо президента Пана. Так, постой. То есть, мы теперь снова друзья? Давненько ты так не был со мной, мил. Когда надо платить за выпивку, ты прикидываешься пьяным. Брат Ян, сегодня я угощаю. Обещаю. Значит, решено? Да, конечно. Должен у тебя кое-что спросить. Что? Просто спроси, брат Ян. Как, по-твоему, справляется это Мяулу? Работает так же, как и все. Сказать особо нечего. Но я слышал, что сначала ее резюме было отклонено, а позже Машан принял ее по отдельному собеседованию. Значит, Мяу Фэй просила Машана принять ее по связям? Ну, я так не говорил. Не говорил, значит. Э? Сейчас твой главный конкурент Чан Лэй, да? Можно так сказать послушай. Чен Лэй близок с Машаном и Мяо Лу. И почему мне кажется, что у них там намечается союз? Думаю, это так. Госпожа Мяо, эту компанию основал Мяо Старший, а директор Мяо Младший возглавляет административный центр. Не ожидал, что вы придете и станете простым работником. Это работа по моей специальности. Мяо-лу, значит, ты дочь босса. А ты хорошо прикинулась серая зачем тебе заниматься этой работой? Да. Пускай в управление Динхуа попасть непросто, но ты легко могла стать директором среднего звена, там тебе место теплее. Папа сказал мне идти по своему пути. Я добью всего сама, не полагаясь ни на него, ни на сестру. Ничего себе, как сурово. Миулу, слышала, твой отец давно не появлялся в компании. Он ушел с поста. Что ему тут делать? Так, закончили болтать. Через 10 минут я отправлю новую партию данных для учета. Закончить до конца дня. И сдать мне. При учете этих данных нужно быть предельно внимательным и дотошным. Поняли? Да, не переживайте. Ладно, тогда оставляю все на вас. Увидимся после работы. Не думаю, что инженер Юй красив. Неплохо, да. Но инженер Чен не такой напыщенный. 茫茫人海中，平凡的种子，一缕阳光就绽放出最美的样子，燃烧青春，直到所有黑暗都消失。也许没有人。 记得你的样子，像千千万万个和你一样的池子，只为守护暴风眼中的那份平静，哪怕付出生命。